Всем привет, с вами Ник Генерал, и сегодня мы будем играть в Break In Story. Да, давайте играть за взрослого. Да, с бейсбольной битой. Да. Как раз уже есть, почти набралось, это грузовик. Вот, отлично. Так, да, здесь еще можно много чего находить. Да, яблоки, печеньки, кока-кол. О, кто-то нашел это. Ключ от подвала. Да, с одним из этих есть эти сейф. О, с первого раза нашел сейф, отлично. В подвале будет код, но там слишком темно. Включить свет. Можно будет чуточку позже. Сейчас это невозможно. О, отлично, $10 нашел. О, отлично. Деньги и печенька. $40. О, яблоко, отлично. Да, уж время ужинать. Нашу дверь кто-то случится. Отлично. Да, это доставщик пиццы. Отлично. Да, я отлично. Давайте сядем. Делать плохие вещи. Да, нужно это выходить из дома и защищать свою семью. Да, их лидер это страшный Ларри, он так делает. Хорошо. Так. О, я сплю здесь. Давайте поспим. Лично. Просто на себе немного энергии. О, в моей комнате никто не вломился. Соседнюю отломились. О, все, мы проснулись. Да. И да, с помощью досок нужно оборонять наши комнаты. Все, заделать все окна. Так, все, свою комнату я заделал. Давайте теперь заделаем другие комнаты. Этот компьютер, тут можно это включить. Свет в подвале, да. Давайте включим. Найти все переключатели за 20 секунд. Вот переключатель. Вот, вот. Во. Отлично. Вот. Во. О, отлично. Я хочу. Все. Мы включили свет. Да, заделаем. Подвал. Так, отлично. Яблоко. О, лестница, да. Отлично. Все. Да, о, это форма для ручки пирога. Так, хорошо, сейчас буду раздавать пиццу. О, да, мне досталась пицца. О, опять повезло, и мне никто не вломился. Но в других комнатах вломились. Блин, кто-то погиб. Ого. Какие мощные шаги. Ладно, прячемся. Вот, давайте здесь. Страшный Ларри. Пошел наверх, не так. Да, давайте срочно в подвал. Давай, иди. Закрываю дверь. А где тут у нас может быть пароль? О, вот пароль. 54-33. О, дома. $10. Так, они пытаются ломиться. Мы будем здесь оборонять подвал. Так, еще, да, ну что, пацаны, давайте. Будем их бить. Вот этих бандитов. Да, давайте. Да. О, из них выпало это. Да, давайте сейчас 7 яблока, чтобы восстановить энергию.
О, кто-то из них выкинул этот замок. Лично мы нашли $10 и замок. Даже целых $70. Ого, чувак, тебя так сильно побили. Да, думаю, тебя надо будет поспать. Так, тут есть 3 спальных мешка. Я не знаю. Ну, я, наверное, тоже посплю. Нет, чего ты? Поспи. Да, он поспал. Все. Да, он выглядит уже намного лучше. Нет синяков, ушибов и царапин. Выходим из подвала. Ого. Капец, город уничтожен просто. Капец. Они сломали нашу дверь. Наверное, они так свалили. Да, давайте пойдем в магазин. Сколько у нас это? Есть много денег, можем что-то купить. Да, газировка, 30 баксов. И за $40 можно купить еще и... О, вот эту штуку. Отлично, это аптечка. 5. Так, у нее высокий уровень здоровья. О, у тебя очень низкое здоровье. Да я его полечил. Да я его еще раз полечил. Теперь у него высокий уровень здоровья. Стоп, какой был пароль? Блин. 54-33. Отлично. О, Кока-Кола, ура! Нельзя себя плохим жать. Кто это? Он сам взломился в дверь. О, черт! Это бандит-повар. Он за мной идет. Да, помогайте мне. Так мы его не отдали. Так, пьем его. Да, тащим его. О, вот. Один из них уже пришел. Да, давайте тащим его. Добивайте его. Да. Все в сборе, четверо. Блин, мы почти одолели его. Тогда давайте. Да, все, мы ее одолели. А то она всех похилит. Да, у всех хорошая рука, в отличие от меня. Хорошо. Ладно, надо теперь нужно поспать, и мы свалим из дома завтра. Я думал, меня это обойдет стороной. Так, а ну, да. Ой, черт. Блин, одному сражаться так с этими тяжело. Черт, у меня очень низкая энергия. Фух, еле выжил. Где вы там? Так у вас всех низкое здоровье. Я их похилил, даже если бы меня кто-то похилил. Он идет к нам. Надо свалиться. Точно. Надо найти канализацию. Там будет безопасно. Хорошо, ладно, идем в канализацию. Хорошо, вот. Канализация. Я здесь один. Так, у них все хорошее здоровье. Нет, блин, зачем вы упали? Так, у него нормальное со здоровьем. Да, давайте, бегите побыстрее, а то скоро наполнится водой. Давай. Нет, он опять там. Опа-на. О, страшный Ларри, это ты? Так, хорошо, чтобы... Ой, блин.
Чёрт, я сейчас умру. Блин, меня убили. Вот такая у нас вышла игра. Всем удачи, всем пока.